25 жителей переселяемого поселка Поинга уже подписали акты приема передачи квартир. В эту пятницу первые три семьи власти района перевезут к новому месту жительства. Об этом в интервью нашему телеканалу заявил глава Сыктывдинского района Олег Лажанев. По его словам, только трое жителей Поинги пока не поставили подписи под актом приема передачи квартиры. Поэтому чиновники приедут к ним сами. Репортаж Максима Васильева. Олег Амурович. И Валерий Петрович, вот вы два героя Печепашни. Я уже где только этот вопрос не услышал от жителей переселяющегося поселка Поинга. Вы мне можете ответить, когда наконец люди будут переселены в нормальные условия и когда эти дома будут сданы? Сданы не формально для галочки, а потом все они будут у меня опять на личном приеме, а так, как положено. Эту обструкцию от Вячеслава Гайзера на последнем в уходящем году заседании правительства глава Сыктывдина Олег Лажанев воспринял как руководство к действию. Сразу после выходных жалобы жителей Поинги отправилась выслушивать внушительная комиссия из замов, коммунальщиков, чиновников, был даже директор промкомбината. Каждому из переселенцев доходчиво объяснили, как, когда и на чем они будут переезжать, а также сколько теперь они будут платить по коммунальным тарифам. И пусть не всем условия пришлись по душе, три человека пока не поставили свою подпись под документами, пионеры переселения в новые квартиры должны заехать уже в самое ближайшее время. В пятницу запланирован очередной выезд автобус, выделение автобуса на подвоз людей. И в пятницу уже по трем гражданам, по их просьбе мы выделяем транспорт для подвоза уже имущества на Печепашне для переезда. В принципе, процесс потихоньку идет. Мы, конечно, планируем, чтобы эти акты были подписаны до Нового года. Ну а те вопросы проблемные, которые вопросы возникают, мы стараемся, конечно, их решать. Сегодня к великому переселению здесь все готово, разве что коммунальщики в подъездах наносят последние отделочные штрихи. Кстати, в этих новостройках Печепашни уже живут три семьи. Говорят, тепло, светло, уютно, вот только напор воды кое-где слабоват. Впрочем, и этот вопрос сыктывдинские власти обязались решить в самое ближайшее время, сразу после встречи с министром архитектуры, строительства и коммунального хозяйства. Максим Васильев, Олег Костромин, телеканал «Юрган», Сыктывдинский район.